Приветствую тебя на канале, меня зовут Яна, и добро пожаловать в Star Stable. Да, я решила заснять видео на свой старый канал, зашла сюда случайно и увидела, что у меня здесь оказывается 10 тысяч подписчиков уже. Люди продолжают на меня подписываться, даже если я не снимаю видео, и это мне показалось немного странным, я в недоумении. Вот, и поэтому решила возобновить все-таки загрузку видео на этот канал. Будут видео выходить, конечно, не так часто, как обычно выходили ранее. Может быть, раз в неделю, по крайней мере, по одному видео я буду стараться выпускать. И буду продолжать, конечно же, снимать на этот канал видео про игры, про лошадей в основном, да, потому что основная тематика именно лошади на этом канале. Не знаю, как пойдет активность, будут ли вообще смотреть видео. Посмотрим, увидим, продолжим, так скажем. И я тут зашла, тут у меня сообщение какое-то от Линды. Ты получила сообщение, нажми на него, чтобы прочесть. Если закрыть текстовое сообщение, оно будет вновь показано при следующем входе в игру. То есть это будет постоянно, поэтому нужно будет прочитать. Это Линда, приходи, мне нужна моральная поддержка. Объясню все при встрече. Окей, все, забираем. Тут, видимо, какой-то квест появился, да? И я думаю, что он уже давно. Вот, просто я его не проходила. И меня преследует здесь такой козленок. Давайте спросим, что он хочет. К тебе подходит ёльская козочка и легонько толкает тебя, как будто хочет привлечь внимание. На ее шее повязана лента, на которой висит бирка. На ней надпись «Идем со мной к миссис Холдсворт в конюшню Морланда». Окей, хорошо, как хочешь, давай сходим. Так, мне нужно будет идти за тобой или что? Или ты пойдешь за мной, или я за тобой. Так, здесь две новые лошади. Так, давайте посмотрим первую. Ну, я не знаю, насколько она новая, для меня новая. H&M, поколение 3. Тут есть анимация, есть описание, характеристики, ограничения, все прописано. Поменять окрас, это, видимо, для волшебной лошади. И вот такая новая теннисистская прогулочная лошадь поколения 3. Поменять окрас нельзя, потому что эта лошадь не волшебная, да, не магическая. Есть анимация, и анимация подписывается. Бездействие, шаг, рысь, легкий галоп, галоп, быстрый галоп и особый аллюр. Вау, классно. Очень красиво. Стоит 950 СК. Вот, и еще 5 лошадей у нас есть в зимней деревне, или 4 лошади. Какое было мое удивление, когда я зашла в игру. Вы посмотрите, сколько здесь мягкого пушистого снега. Это так мило, это так круто. Я здесь уже перед съемками видео погуляла, покаталась, так сказать. Даже переоделась, потому что она мне была, по-моему, летняя одежда. Еще с каких времен, я даже не помню. Так, ты за мной идешь? Да. И еще я обратила внимание, что здесь, оказывается, можно одной кнопкой переключиться на лето. Вау, это еще круче. Но зима мне нравится больше сейчас. Даже можно, мне кажется, заблудиться, потому что все так необычно. Я даже не помню дорогу в Морланд. Наверное, сюда. Тут я случайно наехала на зимний жетон. Давайте это все пропустим. Я поняла, про что это. Это каждый год, по-моему, такое у нас здесь. Окей, выходим. Дальше. Тут можно жетоны собирать, да? Для чего-то. Для чего-то и зачем-то. Все так красиво. Так, я думаю, что нам туда. Надеюсь, что мы правильно идем. Да? Ты подскажешь, нет? Е-е-е, мы пришли. Мы на месте. Нам нужно отправиться в зимнюю деревню. Чтобы добраться туда, найди саги и поговори с капранами. Они тебе помогут. Зимние сани нам нужны. Мне нужно идти за козликом, да? От Star Stable я такого не ожидала. Смотрите, как круто. Здесь можно рисунки делать. Рисовать. И, кстати, очень надолго остается. Смотрите, оно долго не исчезает. Вау. Так, а вот и сани, да? Тебя, видимо, прислала миссис Холдсворт. Спасибо, козочка. Дальше я сам передавай теплый привет старушке Холдсворт. Так, отлично. Ну все, отправляемся в путь. Да, готово.
Интересно, мне здесь что-нибудь дадут? В прошлый раз давали шапочку. Ох, морозец, чистый воздух. Ах, да, добро пожаловать в зимнюю деревню. Надеюсь, тебе тут понравится. Так, шапочку мне не дали, к сожалению. Но здесь дальше будут гонки, поэтому... да, скорее всего, это гонки. Давайте отправимся на прогулку по зимней деревне, поищем нашу елочку. Есть ли там подарки? А вот и елка. Если здесь подарки показываете, да, есть. Ого, ничего себе, 10 подарков меня сегодня ожидает. Ну давайте начнем с первого. Где у нас первый подарок? Так, вот. Так, я смогу на него нажать или нет? Сразу заберем все 10, обалдеть. Очень приятно. Так, шапка со снежинкой. Окей. Так, второй у нас... Что второй? XP. К лошади или к герою? Я что-то не обратила внимания. Платье. Вау, так мы сейчас приоденемся красиво. Еда. Ага, четвертая. Стой. Я просто забываю, что лошадь сразу не останавливается. Так, здесь у нас что было? Что-то я пропустила. Так, 200 что-то так. Так, XP лошади 200. 200 шиллингов, отлично. Сразу не увидела. Так, это восьмой? Шестой. Подковы. Вай, седьмой. Недоуздок. Восьмой подарок. Зимний что-то жетон. Угу. Так, это девятый был, видимо. Девятый тоже как-то открыла. Так, и темный потник из искусственного меха. Угу. Ну давайте все посмотрим, что нам тут было. Ух ты, ничего себе, какое платье красивое. Вай, красота, просто недоуздок. Ага, вот такой потник. Шапочка. Шапочку можно, видимо, оставить. Я, наверное, скорее всего, оставлю. И жетончики. Отлично. Раньше лошади новые в зимней деревне продавались там. Я не знаю, да, осталась эта традиция. Их никуда не переселили. Ну, давайте посмотрим. Теннисийская прогулочная лошадь. Вот это, наверное, самая красивая. Ну, здесь можно сразу на месте, ничего себе, посмотреть. Ух ты! Обалдеть! Посмотреть все окрасы. Так. Все масти. Ничего себе, сколько их здесь. Ух ты, вай, какая красота со звездами и снежинками. Все, окей, покупаем. Кстати, очень классный интерфейс сейчас для покупки лошади. Очень удобно и вообще классно. Классно, что описывается анимация. Шаг, рысь, легкий галоп, галоп, быстрый галоп. Особый аллюр. Угу. А особый аллюр как использовать-то? Надо будет на сайте почитать. Хорошо, покупаем. Выбери имя для своей лошади. Заснеженная Элегия. Очень красивое имя. Давайте его оставим. А, возраст. Жеребенок. Взрослая. Пожилая. Бессмертная. Ого. Пол можно выбрать. Ничего себе. Кобыла. Ну, конечно же, это будет кобыла, скорее всего. Взрослая, бессмертная. Бессмертная кобыла, я даже... Я, если честно, не знаю. Ты точно хочешь купить? Конечно, я хочу. Ох ты, у нас лето. Отправить в конюшню, проехаться сейчас. Ой, какая анимация, вай, это очень круто. Так, и я сразу на этой лошади. Только у меня нет, к сожалению... Ну, давайте наденем на нее то, что нам дали. И я без седла. Я осталась без седла, но зато на лошади. Оказывается, завезли в магазинчик особую экипировочку. Можно будет сразу снарядить, я думаю. Покупаем. Покупаем. Так, и... Спутник. Теперь все надеваем, все наши покупочки. Вай, красота. Очень красиво. Угу.
Ну что ж, надеюсь, вам понравилось это видео. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вы вдруг еще не подписаны, чтобы не пропустить следующие серии по игре Star Stable. А с вами была Энита, и увидимся в новых роликах. Mm-hmm.